Здравствуйте. Я вот обращаюсь к всем неравнодушным людям. У нас случилась беда 13 числа 2020 года, 13 июня. У нас сгорел дом, крыша. В общем, потолок упал. Вот приехали мы в акимат Илийского района. Я сейчас просто на взводе, как бы на эмоциях. Просто зам помощника, или зам, или не знаю, помощник вышел акима. Я ему объясняю, я говорю, у нас так и так, вот дом сгорел. Он мне говорит, надо по инстанциям идти, идите в свой сельский округ, то есть в Косциковский округ. Я говорю, мы туда 2 года назад ходили, мы живем в аварийном доме. У нас сейчас еще дом сгорел, то есть крыша сгорела. Они, говорю, никаких действий не предпринимали тогда. Он мне улыбается, я не знаю фамилию его. Просто, блин, я на эмоциях ушел, и он улыбается мне, говорит, ну вы же до этого как-то жили. Я ему говорю, мы на улице живем 2 дня. Он говорит, ну вы же как-то жили 2 года в аварийном доме, типа, и сейчас поживете. Просто сейчас я понимать начинаю, что наше правительство вообще не работает. То есть, может быть, правительство и работает, вышестоящее, но вот эти вот все, вот, которые есть, вот, смотришь на него, лощеный такой дармоед. По-другому я его назвать не могу, такой пухленький. У меня 5 детей, я поправиться не могу. А он такой пухленький, такой чистенький, аккуратненький, улыбается так мило. Ну вы же жили, говорит, как-то 2 года. Меня это взбесило, я просто с ним больше разговаривал. Я прошу вас, распространите, пожалуйста, это видео. Я хочу просто, я не хочу, как бы, мне денег не надо. Я не прошу у них денег. Я вот сейчас пришел. Просто пришел попросить у них. Не надо мне денежную помощь. Мне просто хотя бы материалом. Короче, я как понял, у нас помощи неоткуда ждать. То есть не достучаться простому народу до них, до их кабинетов. Они там сидят все закрылись с этими охранами. Никого не пускают. Давят на коронавирус там. Я прошу вас, распространите это видео. Пусть, может быть, кто-нибудь увидит из киночников. То есть поможет нам. Просто уже сил нету.